ни за кого, за красивую игру. Так, у нас ножи пошли, надо нажимать, наверное, запись. Что-то мне подсказывает, да. Нажали мы на запись, это Таганрог против Уфы, вторая карта. Battle City, турнир битва городов. Наверное, представлю вам еще раз составы команд. Будет это крайне полезно. Сейчас вот мы увидим, кто же тут победит. Шуркин или Сколс. И все-таки Таганрог. Состав сборной Таганрога. Алексей Кожухов, Сколс, Сергей Ванда, Хоппер, ЛДПР Станислав Лагунов, Темпо Евгений Зайчкин и Ант Александр Городецкий. Так, состав сборной Уфы. Эдуард Юмагулов, Фантастика, Андрей Федоришин, Шуркин, Николай Зараменских, Мясик, Никита Ематин, Купер и Василий Терентьев, Мьюзик. Все, составы команд я вам представил. Кто такой Хохотун? Так, молчу. Так, Драмик, как так? Стреляешь CSGO, а стримишь 1.6. Вот так вот. Так, ну здесь Таганрог просто без шансов принял открытый план. Это была беззубая атака от Уфы. Тут пошли закупочки морковочек у Темпо. Сейчас посмотрим за ним. На самом деле очень полезно держать чекзак с 3-2. Вот смотрите сейчас, что будет делать Темпо. Просто зажал и бегу. В итоге никого не убил. Что очень даже смешно, если честно. Так, ну тут могут доиграться сейчас таганрожцы, я не знаю, на что они рассчитывают. Хоппер прострелил. Так, 3 в 4. Ну, тут прострелы, и что, заберет? Нет. Купить хоть кого-нибудь. Нет, Хоппер опять простреливает еще одного. Так, разбирать Темпо. 2 в 3. Ну что, если сейчас получится сделать фраг, то... Ой, ЛДПР, хорош. Отлично, 2 фрага. От ЛДПР 2-0. Польза таганрожцев. Но, вы знаете, девайсов повыбивали, и, в принципе, свои диглы, наверное, они все-таки отработали. Так, ну это просто тачдаун, попытка поставить бомбу, какой-нибудь шальной минус. Да, и вы знаете, ничего не получается. 3-0 в пользу Таганрога, и вот сейчас закупка. Вот сейчас посмотрим, что будет, и сможет ли Уфа дать бой на второй карте, или мы будем с вами наблюдать третью. Я надеюсь, что третья карта будет, я надеюсь, что борьба будет более чем жаркой. Смотрим. Так, Уфа закупилась, залезает на крышу, начинает постреливать. Анта уже попали. Где у нас Анта? Ант в панике спрыгнул. От греха подальше. Так, Темпо тоже прострелили. Ой, по башке дают Энту. Ой, Темпо. 15 кп остается у игрока Таганрога, а у Финкса все соты. Вот так вот на ответочку
простреливал девяточку, как называется. Ну, попали чуть-чуть Шуркина, но не сравнить, конечно, с уроном, который получил Темпо. Так. Ну что, мало секунд, остается 34 секунды, Уфа, атакуют или нет? Смотрим. Так, Мьюзик с Мясиком вырываются, но тут Темпо со Сколзом тоже дает минуса, и в итоге Мьюзик 1-2, но бомбу поставил, и что, потащит или нет? Нет, не тащит, Хоппер его забирает, 4-0, но бомбу поставит. Лаги, подвисает видео, дергается. Ребят, ну если вы представляете, у вас 415 человек, и видео подвисает и дергается у двоих. И что я могу сказать вам на это? Меняйте провайдеров, и будет вам счастье. Так, 4-0, Таганрог ведет. Хороший счет. Быстрая попытка выйти на открытый. Шуркин забрал Сколза. Где, кстати, он это сделал? Если честно, не очень понял. Так, 3 в 4, 2 в 4. Теряют игроки Уфы и... Ой-ой-ой-ой. Да, по-моему, это 5-0. Ну вот вся надежда на Мясика, у него очень-очень хорошая позиция, его, в принципе, никто не палит. Ну вот Энд решил проверить и запалил. Ну, Мясик просто пересидел. Так, Шуркин дает хедшот, 1 в 3, бомбу взял. Здесь будут какие-то попытки, наверное. Все-таки, наверное, что-то будет пытаться сделать. Эй, Хоппер все-таки справился. Справляется Хоппер. 5-0 в пользу Таганрога. И Уфа отпускает, очень далеко отпускает своих соперников. Надо им брать, ну, хотя бы раундов 6 в защите, чтобы потом тащить... в атаке, конечно, простите, чтобы потом тащить в защите. И Хоппер идет 12-0 против, после 5 раундов. Впечатляющая статистика. Так, волевой бой уже. Уфы за последние деньги. Два дигла, два калаша галил. Это, по-моему, 6-0. Не вижу смысла закупаться вот так. Ну что, Уфа, просим, давайте уже выходить. Давайте уже драться. Так, Темпо минусует Мьюзика. Ой-ой-ой-ой, ЛДПР минус 3, мгновенно просто. Кинул Хае и еще и забрал Шуркина и Мясик. Тут что-то пытается сделать. 6-0, ну просто без шансов. Ну что, Уфа, будет отдача полная или нет? Нет, опять закупаются, опять с диглами, опять с клашами. Зачем? Зачем? Эх, ну ладно. Нет, чтобы отдаться с глоками. Ну, закупить АВП. Ну вот. Бывает, знаете, не идет у команды игра в атаке. Ну, взять АВП какой-нибудь, пытаться что-то сделать. А так, ну вот смотрите, бац, и уже минус 2. И в принципе, ловить в этом ранге уже нечего. Все. Счет 7-0. Ну, Мясик сделал один фраг, отлично.
Фантастика выдал один фраг. Мясик забрал Хоппера. И что? Смотрите, мясик 1 в 2. А, в принципе, тащить можно. 65 хп. Стреляется тут мясик. Ой, не заметил, не заметил. Так, его чуть-чуть прошили. 47 хп осталось. Что, обманет или нет? Я бы на месте контров уже давно подумал. Он идет на нижний. Он идет на нижний. Но нет, он не идет на нижний. Он будет сейчас выходить, выползать. И тайминг на чьей же стороне? Страшный и ужасный тайминг. Страшный ужасный тайминг на стороне все-таки игрока Таганрога. Да, ЛДПР. ЛДПР, ну вот это везение, на мой все-таки взгляд. 7-0 в пользу таганрожцев. Уфа летит. Расправив крылья. Уфа летит фанерой над Парижем. Не знаю, может еще потащить камбэки, мы уже с вами видели. Но в принципе 7-0 это жестко. Так, 5 калашей наконец-то Уфы. Таганрожцы пытаются поджать радио. Кстати, у них это получается. Сейчас посмотрим, будет ли Уфа простреливать радио. Нет, Уфа почему-то не простреливает радио. Вот тут Мюзик один что-то пытается сделать. Так, Хоппер. Ну, что это такое? Просто взяли, отдались. Это лол что просто, я не знаю. Сколос находит фантастику, ЛДПР минус мясик, и остается последний Шурик. Шуркин, простите, 1 в 5. Так, ну убил он Хоппера, молодец. На темп его не хватает, это 8-0 в пользу команды Таганрог. Ужас, ужас. Так, наконец-то первый фраг за Уфой. 2 фрага за Уфой. 3 фрага за Уфой. 4 в 2. Ну что, неужели это 8-1? Да, Мюзик забирает Анта. Остается последний Хоппер. Хоппер, где Хоппер? Хоппер, Хоппер, Хоппер. Как-то он, знаете, по-моему, до сих пор находится в небольшом шоке. Как же так отдались его все тиммейты? Удивлен. Так, Хоппер одного убил. Ну, не полезет, конечно. Не полезет Хоппер выбивать ничего. И его нашел мясик, прошедший со двора. Ой, простите, 8... Да что ж такое? 8-1. Ой, Таганрога. Не, ну, в принципе, если сейчас раунда 3-4 потащит Уфа, счет станет 10-5, 11-4, 9-6, то вполне играбельный счет, более чем. Мясик забирает темп, посмотрите. Фраг за Уфой, правда, тут же Хоппер его разменивает, но вот сейчас должен быть размен в пользу Уфы опять, да. Мюзик забирает Хоппера, 4 в 3, быстрый проход по вилке вниз, на нижний плент. И кто же там должен встречать? Кто-нибудь встречает Ант. Встретил. С распростертыми просто объятиями встретил их Ант. ЛДПР в длинный. Сколс заходит со спины. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас Таганрог может взять раунд. Так, минус один. Нет, все. Купер забирает Сколза и... ЛДПР, конечно, 1 в 3, ну, не в этой жизни. Тем более, видите, он на нежданчик никого забрать не смог. Ему придется открывать либо разбивать стекло, либо открывать дверь. И вы понимаете, о чем я, да? 8-2. 8-2 в пользу
Таганрог. Ну, первую половину Таганрог уже по-любому просто выиграл. Так, Хоппер 16 на 5. Парень молодец. Кстати, пинг игроков забыли посмотреть. Ну, примерно одинаковый. Более-менее. Хоппера, кстати, самый большой пик на карте. 40. Так, мьюзик, минус колс, фантастика, минус ЛДПР, фантастика, просто фантастика. Посмотрите, что... Ой-ой-ой-ой, посмотрите, что сейчас Энтон попал прострелом. Да, фантастически просто. Два хэдшота, ну практически просто хайлайт. Да, просто шикарно. Выдал два фрага. Фантастика. И это 5 в 2, бомба стоит. Сейчас взорвется и все будет. Все будет классно. Хайлайт, что ли? Хайд-лайк? Что такое хайд-лайк? Спрятавшийся. Спрячь понравится? Я что-то не понимаю, как это перевести. Так. 8-3. В принципе, 3 раунда. Нет, 3 раунда, конечно, слишком мало. Надо тащить еще. Но деньги вроде кончились у Таганрога. Сейчас будет 4-й. А 4 уже так, ну, по минимуму. С 4 уже можно что-то делать. Так, тут вот ЛДПР может что-нибудь классное выдать. Бам-бам-бам. Ой, в ряд, так в ряд стояли игроки. Представляете, если бы это было два хэдшота смачных, просто чтобы вперед ногами просто вылетали противники. Ну а так, ну смотрите, мьюзик все-таки забрали. 4 в 2. Сколс у себя на респе, Ант у нас на радио. Там должен фантастика с ним воевать. Так, да, забрали, и сколзы должны, ну, должны же забрать сколзы, ну, как же так. Сколз в порядке, конечно. Парень просто дает вообще жару. Без брони, без всего, выдает столько минусов. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какой красавчик. 8-4, но Сколз минус 1, минус 2, минус 3. Вот, минус 3. От Сколза на отдачу. Все очень классно. 8-4. Ну, еще играть 3 раунда в первой половине, и Уфа может их еще и потащит. Представляете, вот будет кора со счета 8-0, 8-7 сыграть. Агрессивнее стала играть Уфа, забила она на эти бесполезные подсадки наверх, на крышу, прострелы. И работает. У Таганрога там Хоппер бегает с зумом. Очень такой олдскульный мув. Нынче очень мало кто играет вот с этими пушками. Так, фантастика забирает Хоппера во дворе, кстати. Ну вот, поторопился. Опять поторопился. Опять Уфа не умеет играть в размен. Не умеет. Так, темпо минус мясик. 3 в 4. Так, Шуркин молодец, какой. Ну что, Сколз, главное не выпустить на железо. Все-таки выпускают на железо. Сколз, и он забирает мьюзик. 2 в 3. Красные игроки атаки. Сколз еще и Купера забрал, да. И Шуркин последний, 18 хп. Ну и тут Ант
со спины подошел. 9-4. 9-4 берут все-таки 9-й раунд игроки Таганрога. И, вы знаете, ну, все-таки, мне кажется, 11-4 сейчас закончится. Ребят, если у вас подлагивает, обновите страницу. К сожалению, если у вас лагает, это не... Так, темп забирает мясика. Хоппер, минус мьюзик. Да, это 5-3. Как я и говорил, скорее всего, все-таки 11-4 закончится первая половина. Шуркин минус Хоппер. 3 в 4. Ну что, темпа, если забрать. Да, забирают темпа. Смотрите, выравнивают составы игроки Уфы. Счет количества игроков 3 в 3. Купер забирает энта. Сколс опять бежит по железу. Посмотрите, что делает. Нет, ну это какой-то просто убийца вообще. Я... давно не видел такой игры. Так, Шуркин минус ЛДПР, Сколс. Клатч 1 в 1, Купер и Сколс. Совершенно белый должен быть сейчас Сколс. Бомба ставится, уходит в длинную. Купер, 10 хп, 20 хп у Сколза. Кладется дым, Сколс идет диффузить. Типа. Сколс молодец. Ну, на самом деле, я немножко, честно признаюсь, я чуть-чуть не верю вот этому парню, но поверю. Все-таки. 10-4. Так, Сколс за... что у нас там? 20 на 6. Вот так, уже 20 на 6. Было там все очень скромненько, и вот последний... А ты бы что сделал? Я не про последний фраг, я про первые два. Как он прошил по головам через стеночку трем игрокам. Если он отличный игрок, я... как, я говорю, что я верю ему. Хорошо. Мюзик, отлично. Минус темпа. Вот тоже прострел. Как надо. Так, смотрим. Численное большинство за Уфой. Смогут ли они это разыграть? Очень редко у них получается как-то разыгрываться. Смотрите, как мясик смотрит ровно просто прицел на оппонента и... ну, не стреляет. Так, прилетает Сколз и Флэш. Белый-белый-белый Сколз. Фантастика минус ЛДПР. Мюзик минус Купер. Фантастика минус Сколз. И последний бедный-бедный Ант остается... 1 в 4 уже, так, фантастику забрал. Ну что? Ант, это последний раунд, тебе надо тащить. Потащил, молодец. 10-5. РР сразу пишут Таганрог. Видимо, ребята чувствуют, что у них кураж, могут потащить. Посмотрим сейчас, что же получится. Так, ну что, будет быстрый раунд от Таганрога? Нет, быстрого раунда не будет. Тут
война фантастики с парнем в ларьке. Тут же какой-то рандеву во дворе и на железе. Ой-ой-ой, вот железо-то и отваливается как раз-таки у уфимцев. Бедный мясик. Ну что сейчас? Ой-ой-ой, ошибка от мясика. Какая просто банальная ошибка от мясика, который не занял никакую позицию и 4 в 1. Просто мгновенно. Да, уфа, конечно, меня немножко поражает. Что это такое вообще? Да, 11-5. Берут пистолетку таганрожцы. И вы знаете, 2 экраунда нас ждет в исполнении Уфы. Я не знаю, что говорить. Так, меня слышно или только этот парень может говорить? Класс. Классная шутка. Так, сейчас, секунду. Так, картинку включил. Картинку включил, все отлично. Смотрим. Так, Ант у нас нашел. Мюзик. Так, ребят, про кучера хаоса не знаю. Так, у нас, по-моему, вылетел опять все тот же. Все тот же парень по имени ЛДПР, да, но здесь Колс потащит. Нент тоже ставит фраг. 12-5, должен зайти сейчас ЛДПР. Зайдет он, нет? Будем четвером против пятерых играть. Я бы на месте Уфы сейчас закупился. Вот если на карте нету пятого игрока, то закупайтесь. Дети мои. Ну, то Уфа майнерные. Не хотят они закупать диглы, там, фамасы. Ждут хороших денег, хорошего бая. Так, у нас Шуркин в дворе. О, заберет? Нет, не забирает. Делает красным. Так, ну что, 2 в 4, 2 юспа, осталось живых. Остался бедный Купер. Купера забрали. И где у нас последний мюзик? Мюзик на вилке. Мюзик сейчас тоже заберут. Да, забирают. 13-5. ЛДПР все так нет. Класс. 4 в 5 играют игроки. Вот теперь закупка Уфы. Я не знаю, что там, где там ЛДПР. Ой, как классно Хопперу попали по голове. Правда, Хоппер также классно попал по голове Мьюзику. Кто не знает этот прострел. Ну, немножко надо все-таки вот немножко туда, но, в принципе, тоже все неплохо. Боятся выходить таганрожцы на плент. Ну, понимаю я их, они в меньшинстве. Да и хп у них как-то не очень шибко, чтобы прям круто. Кстати, есть город такой, шибко. Такие ночные шутки. От драмера пошли. Мясик забрал Энта. Ой-ой-ой, как же мясик попался. Ну просто... Просто как маленькое дитё с ножом в руках. Так, Сколс. 4 в 3. Дотащить, не перетащить, просто ситуация. Мьюзик, найс.
Просто позиция бога. Фантастика забрал Хоппера. Шуркин минус темпа. И с Колза. Ну, надо же забирать Колза. Что там, фантастика справится, нет? 72 хп против 37. Ох, отличный хедшот от Сколса. Да, классно парень играет. Просто шикарно. 14-5 с ЛДПР зашел на карту наконец-то. Ему даже бомбу дали. Нет, Сколс красавчик, конечно. MVP матча по-любому просто. Так, теперь темп встал. Ну, что там происходит вообще? Нет, все, темп двигается. Так, Купер тут перестрелял одного, но пал. Ант минус Купер минус Шуркин. В итоге остается мясик с фантастикой. 2 в 4. Фантастику взорвали. И последний мясик. Ну да, мясик сотый. На GG, конечно. Так, почему ГГ? Потому что... Нет, это не ГГ, потому что, ребят, вам 6 раундов надо взять. Да. Это будет 15-5. Так, сейчас попробую узнать, какая будет следующая карта, потому что следующая карта, ну, уже по-любому просто будет. Я не верю, что ее не будет. Так. Так, Dust 2. Вот. Dust 2 будет третья карта. Ну, не знаю, мне нравится. Мне нравится. Второй даст. Так, почему-то не убирается у меня. Мои картиночки классные. Я негодую. Так, Ант, отлично. Минус ЛДПР. Супер. Так, Купер минус Хоппер. Так, Шуркин забирает Сколза. 3 в 2. По-моему, раунд все-таки останется за Уфой. Без Колза как-то Таганрог не очень опасен. На мой взгляд. Так, Шуркин минус темпо. Остается Ант на вилке. Куда же он пойдет? Вот в чем вопрос. У Анта есть бомба. Пойдет на верхний или на нижний? Все-таки на нижний, да? И не выдерживает нервы у Мьюзик. Тут начинается, знаете, такая... просто ошибка. Нельзя занимать полупозиции на пленте. Прямо на пленте. Просто нельзя. Фантастика молодец. Фантастика свое дело сделал. Еще калаш. 6-й раунд за Уфой. Первый раунд в этой половине опять вылетел. ЛДПР. Четвером остались игроки Таганрога. И вы знаете, вот сейчас закупка и в четвером таганрожцы. Ну не знаю, ну сейчас может быть какой-нибудь камбэк. Запилит. Главное Сколза быстро забирать, но вот сейчас по башке Сколза дали. Через текстурку 40 хп оставили. Да, ну конечно, ЛДПР надо менять в срочном порядке. Он зашел вроде на сервер. У него вроде даже калаш есть. Я не понимаю, что происходит.
Так, фантастика, собирает танка. Война на железе сейчас будет. Тут мьюзик. Ой-ой, флешек наелся. Его никто не прочекал, но это, конечно, просто эпический фейл. Кстати, от Сколза. Я думал, что такой уровень демонстрирует сегодня весь вечер. Я думал, что уж он-то точно прочекает. Так, а где у нас бомба лежит? Я вот что-то не понимаю. Бомба у железа. Так, темпо, минус мюзик. И фантастика все-таки. Забирает 15-7. ЛДПР вернулся. Да, ЛДПР вернулся. Сейчас должна быть отдача, наверное, у таганрожцев. Это будет уже 15-8. Ну что, неужели Уфа даст какую-нибудь камбэщину просто? Нереальную. Ну, пока Сколс минус один. Сколс с калашом. Сколс опасен. Так, Ант, минус фантастика, Скол взрывает темпа. Так, ну вы знаете, вот если сейчас Уфа берет раунд, то у Сколза вообще нет девайса. Потому что он своего замочил, и сейчас еще на эко закупился. Так, мясик с Купером 2 в 2 против Сколза и ЛДПРа. Ну что, мясик, тебе надо быстрее двигаться, быстрее. Ох, что сейчас прилетело мясику-то. Что сейчас ему прилетело? Ну, по-моему, парень сам не ожидал такого счастья. Бомба стоит, 30 хп. Таганрожцы пишут уже GG. Так, Купер минус ЛДПР. Остается Сколз. Сколз за 58 хп, у Купера всего лишь 5. Ну да, Сколз.